Привет, YouTube, привет. Поговорим сегодня чуть о молотках. Ну, не секрет, что при работе по беспокраске молотки это очень важная штука. Вот, поэтому иногда приходится что-то придумывать для удобства работы. Ну, вот молоточки это китаёзовские. Вот, купил парочку. До этого я вот пытался, я, собственно, почему вот этот молоток сюда, так сказать, самодельно самопальный и приложил, решил сделать, взял кусочек алюминия, пруток купил, вот выточили, но он очень таки вроде бы и тоненький и все, но тяжелый, не очень удобный в работе. Ну, как говорится, теперь уже выкидывать жалко. Вот, ну, речь пойдет немножко о другом, не о самих молотках, а вот о ручках. Вот, допустим, удобно там таким стучать. Ну, в основном, конечно, вот этим шариком приходится. Вот, удобно в руке лежит, ручка удобная, все хорошо. Но вот у этих молотков, вот этот, он более-менее ничего. Вот этот я немножко укоротил. Он был где-то вот такой вот длины. Вот, уже лично для меня, но это мое мнение. Вот, несколько неудобно было им работать. Ну, как бы неудобно. Я его взял, да, где-то сантиметров на 10, на 11 обрезал. Так стало поудобней. Ну и вот всплыл вопрос, опять же, все равно, работая вот таким молотком на вытянутой руке, как бы рука устает. И тут мне как-то прислали в посылочке вот такие, вот такой вот пластик. Он очень легкий. Это от теплых полов. Ну и возникла идея, как же все-таки сделать немножко полегче. Есть на сайтах, на зарубежных, там с различных модных материалов ручки под молотки. Ну сейчас как бы по памяти я не могу открыть эти ссылки, но все это видели. Вот. И вот от теплых полов или же вот от водянистых труб. Ну вот, вода разводка у многих в квартирах есть. Я придумал, как придумал, ну, как говорится, лень двигатель прогресса. Вот такие вот легкие очень ручки. Вот, в принципе, жестко. И рука не так устает. Сейчас покажу. Все это делается просто. Берется лобзик, вот так выбрал. Дрелька, просверлил отверстие. И надеваешь насадку и вперед. Вот таким образом. Вес такого молоточка, ну, практически смешной. И руки не устают. В принципе, если, допустим, кому-то по весу надо больше сделать, можно сюда что-то прикрутить, допустим, что увеличивает вес, или же шляпку прикрутить. Вот таким образом. Все у меня насадки, которые у меня есть. Вот, тут их есть небольшое количество. Вот, они под одну резьбу М8. Вот, допустим, надо, чтобы молоточек был потяжелее и удобнее было бить, так сказать, по нему. Вот такие вот есть насадки. Все это можно выточить, заказать. Все это стоит, в принципе, копейки. Но работать вот такими молотками намного легче. Вот. И рука намного меньше устает, нежели работать, допустим, вот таким молотком. Он и по весу разный получается. Но сейчас ради интереса взвешу. Тут, конечно, не очень хорошо видно, но вот он, нолик у нас есть. Берем вот этот молоток, взвешиваем. Он получается где-то 137 грамм. Вот. И берем, взвешиваем вот этот молоток. Грамм. Ну, 240 грамм или 130. Разница есть, да? Практически на 110 грамм. А вот эти вот молоточки, допустим, вот этот вот короткий, он вообще тут весит
71 грамм. Ну, это как бы удлиненный пробойник, что ли, можно сказать. Вот, поэтому, вот, в принципе, кому-то пригодится. Вот, чтобы рука не уставала, когда вы работаете. Вот. Гораздо проще и легче. Стоимость таких молотков с ручками вообще получается копеечная. Вот. Кому-то, я думаю, пригодится. Вот. Опять же, есть еще одна идея. Вот он, китаёжевский пробойничек. Я его купил на замену своему предыдущему. У меня точно такой же был. Но там резьба вот этих насадок была. Вот их тут 5 насадок разных к этому молотку. Резьба была не метрическая, а дюймовая. Поэтому я вот купил, тоже там цена смешная, в принципе. Сейчас покажу. Вот так легко и просто. Вот такой тоже пробойничек имеет место быть. И можно как так стучать, и точно так же использовать в качестве дополнения. Допустим, стучать вот таким молотком по нему. Вот тоже, в принципе, очень удобно. Вот, еще раз повторюсь, эта идея ко мне пришла, когда пришлось мне много стучать, колотить. Вот, и рука, кисть начала уставать. Я посмотрел, подумал, и вот такие вот простейшие ручечки сделал. И, как говорится, идея, я думаю, такая имеет место быть, и решил поделиться. Ну вот, на этом, наверное, и все по этому вопросу. Всем спасибо за просмотр. Повесив их на крючочек, они, так сказать, в нужный момент всегда под рукой. Вот, опять же, разная длина под разные виды работ. Очень даже пригодится.